Открытая трибуна. Как вы считаете, когда нужно убирать новогоднюю елку? Зачастую этот процесс длится до 8 марта, конечно же. Ну, в принципе, так всегда и получается. Как-то так. Ну, лично я считаю, что новогоднюю елку нужно убирать по окончании всех праздников. Но в идеале просто, когда надоест уже. Когда надоело, некоторые мужчины 8 марта выносят подарки, женам делают. Так что это такое дело. А вообще после старого Нового года? Мне кажется, новогоднюю елку нужно убрать по окончании всех новогодних праздников, когда закончится старый Новый год. Я считаю, новогоднюю елку нужно убирать 14 января. Не стоит затягивать это до 9 мая, а то получится как в том анекдоте. Когда жена пилит на 8 марта, чтобы муж вынес елку. Я считаю, елочку надо убирать новогоднюю после старого Нового года. Это с 13 на 14 как бы отметить. Можно как бы убирать. Ну и можно еще как бы после крещения. Новый год — это настолько хороший праздник, настолько мы его любим, ценим, бережем, что, как на меня, елочка вообще должна присутствовать целый год. Но так как это дерево в любом случае осыпается, то я бы советовала всем криворожанам оставить хорошее настроение новогоднее, веселое, а елочку выносить после 14 числа. Я считаю, что елку нужно убирать из дома после старого Нового года. Если это живая, то надо ее выбросить, если это искусственная, разобрать. Открытая трибуна.